Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TCL-406. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить уровень заряда батареи в процентах. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Управление ресурсами». И здесь мы выбираем «Батарея». И далее выбираем «Заряд батареи в процентах». Можем его либо не показывать вообще, либо показывать внутри значка батареи, либо снаружи. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.